году, да. Какой-то щедрый. Спасибо. Чтобы ты цвела и пахла, как эта белая роза. Это после того, как ты решила это. Я не вижу. Ну, роза, роза, спасибо. А что ты знаешь, моя просто? В смысле? В смысле? Да ничего не значит. Ничего не значит, естественно. Нет, я просто действительно искренне хочу, чтобы мы с тобой не ссорились. И в Новый год вошли на позитиве. Ты же сказала, не даришь девушкам цветы. Дарю. Помнится мне, ты сказала, не дашь. Нет, я не люблю, да, но... Что? Не люблю конфетно-букетный период. Да? Надо же знать, ради чего ты делаешь это. Но я, в принципе, нашел, ради чего можно тебе подарить. Ради чего?